такая от погоды довольно. Но мне ты одна видела, все видали. Вдруг внезапно в жизни моей появился взглядом пламенем души разожег любовь. Я любовью ранена, стрела в сердце пронзилась. Давай теперь вместе по жизни протяни ладонь. Доверю сердце свое, ты его в самом сердце. Вот, кстати, купили. Пронесешь сквозь время обиды и ненависть. 12 рублей стоит. И не важно, сколько ты на это время потратишь. Если я буду лить слезы, то только лишь от счастья. И Сальвадор Дали, ты рисовать не умеешь, но на лице моем научишь летать без крыльев, как воздушным змеем нам не важно, куда сегодня ветер подует. Звезды с неба свернутые, горы, реки вспять. Не подарил ты мне, ведь ты заставляет снимать меня грязной фигурой. Ты пообещал, что будешь всегда. Едем на мойку. Станешь еще лучше. Падает звезда, да, ух, я загадаю вечно, а? Рядом с тобой. Включат небеса, не обращай внимания. Пройдут дожди и выкрутит солнце тощий дом. Фотографировать. Шевели ногами, поэт.
будет игра. И я будто бы за руки беда. Я не пишу тебе конец, там это были играть. Эти ваши проблемы мне как сотки годин. Не знаю точно я кем, но всегда на пасти на стиле. Ночь, тьма, Москва, как будто мой голос никак запутан. Тут не жди романтики, нет заботы. Заборь одежду, оставь все дома. Окей, кругов от годов. Брать это все надо. На мне лишь бумага. Как бумка, но вдвоем рядом. Твоя скорость, твой кайф, и ты должен найти то, что даст тебе все, зачем начал идти. Что поможет бежать далеко впереди. Что заставит кричать их, постой, погоди. Мы забыли, как спать, организм адаптирован. Люди на скорости, каждый сомбирован. Каждый куда-то бежит и на месте стоит. Только если он сфотографирован. Шевели ногами, поэт. Эти люди тебя догоняют. 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 Ну вот теперь вот там. Мойка работает, нет? Да. Тогда не работает. Ну да, даже год назад было, когда поедет. Да? Ну, завод, может, что поменял? Может, стал работать? Рассвет. Я читаю в них знаки. Город жжет фонари. И такси, и 03. Все готовы к атаке. И дома в серебре под дождя заблестят. Затанцуют устало. Ты искала меня, не смотрела назад. Выйти с машины, ворота сами поехали, поехали, быстро торопиться. Боятся. Смотри, мы одни. Очуметь. Никто сразу машину в такую погоду не моет, что ли? Растворились все, ты приехал. Так, ну, что нам надо? Будем.
помыть машину нам надо. Так, что, почем? Угу. Вставай, наши евро, доллары. Да, что, доллары, принимает? Евро. Принимает? Принимает, иди сними, какая она чистая. Сейчас. Вот она, наша машинка. До профессиональной мойки. От Евгения Анатольевича. То есть, если вы хотите помыть машину, то обращайтесь вот к нему. Вот он, посмотрите, как аккуратно, вешает коврики, все под прищепочку у него. Пожалуйста, пожалуйста. Просит снять сайт, чтобы мы могли оценить его работу в полной мере. Вот, пожалуйста. Ну, вы сами видели, какая погода за окном. Блять. Ну, давай, Жень, полностью войди в роль. А-а-а. Сейчас он разденется, но это уже за деньги. Куртка бесплатная, а вот все остальное. Ага. Это уже заплата. Причем деньги переводят на мою карту. Сейчас посмотрим, кто еще захочет помыться. Вообще тут все оснащено камерами. Слушай, ну это у нас ты профессионал. Интересуется у меня просто. Привык советоваться во всем. Давай 30. Ты кидай 30 рублей на пену. А вот за деньги всегда ответственна я в нашей семье. Даже за 30 рублей. Сейчас за 30 попробуем. Вот идем к автомату. Сейчас. Давай, пена. Пена, пистолет, баба. Так, подожди, вверх. Сначала бабло закидываю. Да, да. Вверх, вверх, пальчик, всегда вверх все делается. А. Ну просто нету тут опыта. Пену нажимай. Вот? Да, да, кнопку только. Все, пошли 30 секунд. Рука профессионала. 30 рублей. Угу. Сейчас мы дадим ей немножко постоять. Блин, коврики забыл. Ну, совсем вот ты отвлекся на мое видео. Блин. Камера так на тебя, наверное, влияет. Блин, как пофиг, коврики-то надо тоже. Пофигу, давай, еще 10. Кидай. Как без ковриков? Так, я эту сторону смотрю, я всю эту сторону делаю. Нормально. Еще 10 рублей в этот автомат жрущей монетки. Так, появилось пена, 10. Пена. Опять активная пена. Чик. Поехали. Все. 40, ладно. Сколько? Потолок тут вот с подсветкой. Тут, кстати, мойка такая хорошая. Получше, чем у нас на Икее. Гулливер, это просто не совсем наш район. Это Малая Земля район в Оренбурге.
приехали специально сюда, чтобы помыть машину в тепле. Не знаю уж, насколько нам хватит нашей чистоты и блеска. Инструкция, пожалуйста. Ну, а теперь мы продолжим снимать, когда наш профи-мойщик закончит полностью мытье. Смотрите в эти светлые глаза. А вот эта улыбка. Смотрите, стесняется. Ну, Жень, слава, она такая. Популярность, от нее не уйдешь. Папарацци. Стесняется, стесняется. Смотри, не знает, что делать. Да ладно. Смотрите, и руками трясет, нервничает, значит. Расход ты делаешь большой. А? Что-то расход ты какой-то большой делаешь. Какой расход? Можно было на техничку 50 вон съездить отдать. Ну, а у нас тут что-то уже пошло. Возьмите блин, его, пожалуйста, на работу кто-нибудь. Нет, нет, нет. Да, конечно, это все снег. Ты что гуляешь-то тут как по дому? Эй, я тебя потерял. Ушел. Все разменял. Кассу ты таки тоже берет. Прикинь. И рубли два берет. Сервис? Да, вот сервис, так. Сейчас я... Давай. Подожди, сейчас я подбиваю. Так, пока технический перерыв у Евгения, мы да. Посмотрим наши покупки. Вон, ролик взял. 69 рублей. Да, 69 всего. Рублей. Для швов обойных. Да, для это шумки самое то. Вот шумка, вот еще какая-то херня. Вот тонировка серебристая. Зеркальная. Зеркальная, да-да. 150. Это что там, 310, да? Да-да-да. Хоть 500 рублей. На 500 рублей машина укомплектована, ребята. Это еще, пожалуйста, один лайфхак. Лайфхак? Да. А то что-то хреново отбивается.
полезен ли такой лайфхак оказался для вас или нет. Опа, к нам друзья пожаловали. Машина едет, отечественный автопром, автовазовцы самые честолюбивые люди. Ну что, когда уже можно будет показать до и после? Все ждут, Женя. Подписчики ждут уже результата после. Что вот эту, как она называть ее? А? Как чтобы ее обозвать? Вот эту серебристую деталь, да, деталь над номером. Да, чтобы снять на универсале. Надо вот эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И сколько головка? На 8. Все, пошли крутить. Все, вот идет съем каких-то крышечек, деталичек для того, чтобы это прошивка. Целый клипс. Целый мальчик клипс. Тут хорошо, сука, сидит. Ну-ка, иди сюда, посвети мне. Работы. Там видно? Вот плод нашей работы. Вот, собственно, все. Теперь у нас шумоизоляция. Мы работали вдвоем. Не подумать, что он один такой молодец. Угу. Конечно, не без меня, конечно, товарищи. Так что вот такие вот мы золотые ручки. Ну давай, закроем вот. Сейчас будет звук. А ты сзади подошла, что ты сбоку-то подошла? Прямо вот там встань. Вот такой вакуумный хлопок.
Стоп, я сейчас открою, что ты мне? Да? Mm-hmm. Пока, конечно, без сабли. Вот так открывается. Вот, доводчики у нас прекрасно работают. Вот, видите, не отличишь руку мастера от руку этого. Профессионал. Не-не-не, как же называется? Ой, дилетант, вот. Профессионал от дилетанта. Ага. Все, похлопаем ему. Тебе? И мне. А мне? Мне? О, мне громче.